Народ избрал меня своим верховным. Имя Клёна больше ничего не значит для эфесов, когда переизберите меня. Но пока я верховный судья, в городе будет соблюдаться закон и порядок. Так и передайте толпе, который вас прислал. Мы передадим, но неверно, как она поступит. Там отсюда не допущу. Все должно быть по закону. А закон гласит, каждый, кто убьет преступника, до суда сам достоин смерти. А это решение принято народным собранием. Его никто не отменял. Я и говорю с тобой. О чем нам с тобой говорить, ничтожнейший из людей? О деньгах, Кристи. Разве это не тема для разговора? Я должен тебе 100 драхм. Дом нет, ее жилище, горе мне. Верной служанке богини я не уберегла ее дом. Почему я не умерла? Зачем огонь пощадил меня? Зачем стены храма не обрушились на мою голову? Я должна выцарапать себе глаза, чтобы не видеть этого страшного пепелища. Ну, успокойся, уважаемая Ирина, зачем тебя так истязать? Ты она же заступница, только из своих уст богини выслушать мольбы о прощении. Я не смею. Не забывай, я жена. Но в придачу хочу твою любовь. Несколько лишних дней продлят мучения, а твоя любовь красит мне ум. Ну что, тебе это не любовь? Полчаса назад ты даже не любовь. Судейки! Пожалуйста, у вас есть возможность повторить и получить жетон. Обратите внимание на столовое белье. А? Это фламандское полотно. Нет нужды, чтобы оно грязилось из-за меня. Я не обращаю внимания на такие пустяки, когда это для столь достойного кавалера. Честная девушка из народа, бедная щепла, легкомысленная кокетливая, влюбленная в наряды и украшения. Давай следи к тебе блестящему вернуть. Мне больше нечего прибавить к этому. Боже! Целовал! За мной!
А у вас? Казаринский! Совершенно верно, я вас узнала. Вы работаете в магазине. Вот это вас не колышет! Ведь я к вам, это как раз под моей квартирой. И ты там очень грубо разговариваете с покупателями. Вот примерно как сейчас со мной. Это у вас профессиональное, да? Чивяка, иди сюда, чадо, воззреть на тебя жаждю. Не пойду. Пусти, херувим. Пусть он меня не трогает и не говорит. Чадо, потушок. Послушайте, загляни, не разбежала, наконец. Я на работу. Не смешно, лежи и кайся. Чего я перед вами должен сказать? В беззаконном сжирании хлеба вдох сирот и всего прогрессивного человечества. Какого крестьёна? Кайся! А ты, облудница в мужском обличии, ответ твой. Кто подвергается пороку насильно, должен кричать и звать на помощь, и тогда порок засчитывается испытанием и мукой. Театр Дворца культуры «Ровесник» в виде театрализованной композиции «Сны Бальзаминова». Вы хотите с ними познакомиться? Вы хотите знать, как стать миллионщиком? Спешите на спектакли, которые пройдут на сцене Дворца культуры 16 февраля в 17 часов и 23 февраля в 17 часов. Спрашивайте билеты у общественных распространителей театра. Знайте, что вы увидите правду, а нам, Боже, родители, мы будем счастливыми, если мы снова понравимся вам. Боже, родители, мы будем счастливыми, если мы снова понравимся вам. Шла домой с душою мира, недалеко от ручья. Вижу вдруг цветочек милый, миг его сорвала я. Не забуду. Девочки, быстренько собрать! Цветочки, помогайте, что работа! Девочки, поскорей! Поскорей! Да! Василий Валерьевич! Помню. Ну, в этом
третьем? Да нет, в четвертом классе. Ну и что? Ты бегаешь в школу регулярно. А толку? Ты знаешь Олега не лучше, чем я. Но ты отец. А ты мать. Уродовать ребенка должен кто-то один из родителей. Либо отец, либо мать. Ты считаешь, что я его уродую? Бесспорно. И молчишь. Я с тобой не могу разговаривать на эту тему. А я хочу. Шубу норковую продам. Костюм фан-бархатный. Сапоги французские по номиналу. Поторгуйся, поторгуйся. С Богом. С Богом? У меня свои счеты. А вот с тобой у меня свои. Это ты во всем виноват. Это из-за тебя она из дома бегать стала. Кто ж тебя выдержит? Я? Залез. У меня нет никакой одежды. Иди, мальчик, отрежу в один. Все забрали. Володечка, простынку вернешь, да? Yeah.
Итак, что такое театр? А пройдет 20 лет, и все царство наше будет. А я вам покажу 8 фунтов. Ну теперь брысь, брысь, брысь. А мы толком не знаем, нигде родились, ни свои имена. Работы, суровые лица, откуда не видел ни ночи, ни дня. Мы стали как братья, ты слышишь, корицы, и ты, Аболенский, как брат для меня. Сколько лет живу, а такой гадости еще ни разу не читал. Ну, все настроение испортили. Эй, мои ненаглядные, ну, покажите что-нибудь поприличнее. Вы ж мои вкусы знаете. Минуты времени, зачем поешь, а? Когда мы тебе ловили, ты же прекрасно пел, а? А теперь почему? Шампанского? Ну, как, понравилось? Спасибо большое. Поздравляю вас с праздником. Позвольте мне сегодня раздать всем сестрам по серьгам. Радиоинженер Василий Метелев. Thank you.
Мы с вами, наши зрители, напротив нас сидите вы. Мы мюзикл хотим вам показать. И сказку про дюймовочку расскажем очень точно мы. Вернее, споем, а можем станцевать. От всей души и для людей на сцене весь лицей. Однажды тихим вечером одна простая женщина пошла к колдунье и взяла зерно. Хотелось ей ребеночка, щеночка или котеночка, а парня или девку все равно. И вот, воткнув зерно в горшок, уселась ждать цветок. Наша сказка детская, но взрослая, про любовь, она к народу разному. Будут в ней лягушки, мухи, ласточки, а кузнечик он от автора. Цветок на подоконнике, а мухи, как поклонники, кружились все они вокруг горшка. Пчела его лелеяла, жужжала колыбельные, а в небе пролетали облака. И вот в один прекрасный час расцвел тюльпан для нас. Из цветка шагнула в мир дюймовочка, очень добрая и очень славная. Ну, в принципе, молодцы, да? Итак, начало у нас положено. Один вопрос. Кто будет играть дюймовочку? Сразу видно. Что у нас появилась альтернатива. Удалю. Итак, я предлагаю выбрать дюймовочку на конкурсной основе. Каждая дюймовочка сейчас представит нам выходную арию. Ага. А племя идет на совещание. Итак, вы готовы?
И мы встречаем дюймовочку номер один! Оу! Я поделюсь мечтой своею с вами, друзья мои. Вот уже целую неделю жду я большой любви. Не за горами час свидания, видела я во сне. Сбудутся все мои желания, милый, спеши ко мне. Но как узнаю я, как же проверю я, кто мне подскажет, кто расскажет, где же любовь моя? Но как узнаю я, как же проверю я, кто мне подскажет, кто расскажет? Принца я согласна, слишком уж хороша. Я и фактурою прекрасна, что же тогда душа? Птичек люблю и всяких рыбок, с мухами я дружу. Ох, как же трудно сделать выбор, слов я не нахожу. Знаю я, как же проверю я, кто мне подскажет, кто расскажет, где же любовь моя? Но как узнаю я, как же проверю я, кто мне подскажет, кто расскажет? Большое спасибо! Большое спасибо! Итак, мы слышим зал. Там на последних рядах мы будем аплодировать или нет? Иначе сейчас все прекратим. Давайте с последними рядами вместе. И... уже лучше. Итак, встречаем дюймовочку номер два. Раздвинув лепесточки, соскочив с цветочка в кочку. Ах, как хорошо в нашем заболотье, просто беззаботье, классно. Я жить хочу, верю я в себя. О любви большой мечтаю я. Ростом не вышла, ну и пусть, дюймовочкой зовусь. Малая, но умела, жить без любви я не могу. Из дома убегу, я в жизнь вступаю смело. Уютно мне в тюльпане, словно на диване мягко. Приснился сон, принц в меня влюблен. Где же мне искать его, где он? Ростом не вышла, ну и пусть, дюймовочкой забудь, малая. Я не могу.
в сказке. Вариантов масса, классно. Огромное спасибо! Огромное спасибо обоим маленьким претендентам. Итак, я теперь хотел бы услышать зал. Итак, дюймовочка номер один. Ваши аплодисменты! Ну, в общем-то, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Да. Дюймовочка номер два. Я рад за вас. Я рад за вас. А теперь прошу результаты нашей счетной комиссии. Лариса. Лариса. Лариса! Алена! 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 Итак, счет 3-3. Ну, всем нам известно, я думаю, даже по Камасутре, что без выходных положений не бывает. Седьмой голос. Алена! Лариса, я вынужден погасить ваш факел. Вам сегодня не повезло. Вы слабое звено. И перед тем, как вам от нас уйти, я хотел, чтобы вы сказали пару слов. Ну и что я скажу? Я поняла, что у вас здесь все подстроено. Алену я вообще-то знаю. И если честно, она ведь не петь и не свистеть по жизни. Да-да-да, я знаю. Ну где она там? Что она, танцевала что ли? В своих, не знаю там, в чем она была. Просто у нее есть родственница, которая в нашем городе занимает высокий пост. А вы просто купились. Лариса, Лариса, ну ведь... Ладно, 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 я не расстраиваюсь. Все нормально. Я вас всех люблю. А в этой сказке я буду играть более интересную роль, чем дюймовочка. Роль мухи. Навозной. Спасибо. Ну что ж, милая дюймовочка, прошу вас к нам на пенечек. Подружки, мои лихие, полоски на теле, у нас цветные, всюду летаем, все сплетни знаем, к тому же. В нашем болоте, в лесу дремучем, однажды случился прикольный случай. Мы сейчас тихонько, в чем дело вам нажужжим. Так слушай. Девочка все же, что ростом с дюйм и на цветочек похожа. Хочу такую кожу. Хватит жужжать-то. Она и правда хороша. Полетим скорее, мы за ней наблюдая. Муж
пляшет миллион, мы могучая стая. Будем мы жужжать ей советы над духом. Мухи умны, заявляем вам. Быстро полетим, самолетом гоняя. Полосатым трубом помчимся, мечтая. А потом слегка отдохнув под листочком, дальше взлетим. Обещаем вам! А в это время где-то на болоте мучился от недостатка любви маленький жабеныш. Ведь каждый холостяк мечтает о красивой и умной жене. Кстати, там уже заботливой. Между прочим, каждый женатый тоже. Уа! Наша просто мрак. 30 лет торчу в нем, как дурак. Ах, какая это скукотень, в луже одному сидеть весь день. Ква, квартира у меня здесь есть. Ква, квадратных метров дам не счесть. Только жалко, в ней хозяйки нет, некому готовить мне обед. Ну где же вы, лягушки, 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 зеленые подружки, подружки, подружки? Ну где же вы, лягушки, 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 зеленые подружки, подружки, подружки? Мама, хватит камыши ласкать, мне давно пора жену искать. Или будешь до седых висков жить без внуков головастиков. Перестань без дела мух ловить, помоги гнездо любви мне свить. Если приведу невесту в дом, свадьбу загуляем всем прудом. Ну где же вы, лягушки, 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 зеленые подружки, подружки, подружки? Ну где же вы, лягушки, 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 зеленые подружки, подружки, подружки? Ква! Ну и чтобы хоть как-то его развлечь, его друзья решили устроить на нашем болоте дискотеку. Вы были на дискотеке у нас во дворце? Нет? Ну, в принципе, это что-то то же самое. Thank you.
Ежедневно наряды меняю, ухожу от домашних забот. И в болоте я моду внедряю, достигаю парижских высот. В ожидании невест всевозможных истомился мой лапочка-сын. Да и мама сама истомилась в ожидании красивых мужчин. Я к жуку попрошусь на свидание, нарисую ему бизнес-план. И возможно, что из сострадания закружится наш бурный роман. Ах, жуки, мое слабое место, вот в мизенку зовет плавунец. Мне сегодня милей жук-пожарник, прямо сейчас бы пошла под венец. Опять я про себя, пора и сыночку женить. На ком? Пусть болото будет думать. Выходи, выходи, выходи скорее. Болото на первый четвертый рассчитать. Первые будут думать так. Молодцы, только громче, плотнее ручки. Вторые, вторые, вторые будут думать так. Третьи, третьи, третьи. Третьи будут думать по-болотному, по-особому. Так. А четвертые, четвертые будут думать во как. А теперь, фракции, прошу соединиться, будем думать все вместе. Соединяйся. Первые начинают. Вторые вместе с первыми. Третьи присоединяются. Четвертые. Предки сегодня уйдут куда-то. Пойдем со мной, у меня пустая хата. Чай, кофе, потанцуем, мы друг друга поцелуем. Ты посмотри, какой я жабец. Я думаю, ты просто самец. Что в твоей творится голове? Секс предлагаешь, а душа-то где? Эй, крошка, слушай сюда! Любовь, душа — это все ерунда! Рэп смог — это класс, это да! С нами Пепси навсегда! Кончится Пепси, а дальше что? Отвянь, пацан! Да это смешно! Если не можешь сам ты думать, пусть за тебя думает дума! Что-то не склалось.
А ведь в принципе сделать женщину счастливой очень просто. Просто очень дорого. Мухи, знаем только мы про все, про всех. Мухи, вот и про жука сказать не грех. У него магазин, дача и лимузин, все в аренду сдает, много денег стрижет. Это важный жук, господин. Знаем, сколько было женщин у него. Дети бедные страдают ни за что. А ведь их у него стрекоза и жучок, бабочка, сын, пчелка, паучок. Это жадный жук, мужичок. Знаем, сколько есть валюты у него. Деньги, деньги, кигельбан, любовь, вино. А доходу скрывать он умеет всегда. Все налоги с него не возьмешь никогда. Это хитрый жук, голова. Мухи, будем лучше петь, играть, плясать. Честно, честно, денег нам больших не взять. Всегда было так, горевать тут смешно. Всегда будут деньги у жуков. Ну а мы с тобой без штанов. А наша бедная маленькая девочка шла-шла, пока не вышла на прекрасную зеленую полянку, где кружилось очень много бабочек и жуков. Я здесь бог и король, или царь, это мой муравейник. Или улей, а прибыль, однако, стекает, как мед. Только тот идиот, что не нюхал, не пробовал денег, мою гордость, мой кич не поймет, ни за что не поймет. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя ни тебе, ни ему быть таким же, как и я. Потому что нельзя и ни вам, и ни им, и ни вам, и ни им никому не дано быть таким же крутым. Я до женщин охоч, но связать им себя не позволю ни любовью, ни узами. Что там бывает еще? Мне нужна только ночь, а с утра я довольный, и я вольный. Мне что бабочек нужно еще и еще. Потому что нельзя, потому что нельзя ни тебе, ни ему быть таким же, как и я. Потому что нельзя и ни вам, и ни им, и ни вам, и ни им никому не дано быть таким же крутым. Thank you.
это на ветке сидит, и неопытно видно, а запудрить мозги я девчонке, однако не прочь. Ах, красотка моя, вы прекрасны, милы, вы невинны, мы на крыльях любви улетим, улетим с вами в ночь. Потому что нельзя, нет, голубка, нельзя. Потому что нельзя, если я вас хочу, убежать от меня. Никому не дано, и не вам, и не им. Никому не дано сексуально активным, как и я, быть таким. Потому что нельзя, потому что нельзя. Нет, голубка, нельзя. Нет, голубка, нельзя. Потому что нельзя, если я вас хочу убежать от меня. Никому не дано, никому не дано. И не вам, и не им. И не вам, и не им. Никому не дано сексуально активным, как я, быть таким. Потому что нельзя, возможно, нельзя. Слушай, малолетка, ты зачем сюда пришла? Думаешь, удачно жениха себе нашла? Зря стараешься, зря стараешься. Чучело, ты в зеркало смотрела на себя. Где же твои щупальца? Их много у меня. Ясно, круче я, понятно дело, круче я. Со мной все найдешь, ничего не потеряешь. Вот такая я, и прожорливее я, и в боках помягче, знаешь. Вот такая я. Так пойдем, дорогой, я тебя всего желаю. Вот такая я. Прогони эту моль, ведь тебе нужна другая. Это я. И снова осталась наша дюймовочка одна оденешенька. И вновь побрела она по лесу, пока не нашла тихую и уютную полянку, где присела и уснула. И снится ей сон. Thank you.
говорили, предупреждали, но, как обычно, нас прогоняли и мухобойкой на нас махали. Да-да. Вот и попалась она, попалась. Не нагулялась и доигралась. Да, доигралась. Теперь уж точно хана. Он, между прочим, девчонку глупую совсем заморочил. Он слов красивых много ей наворочил. Потом в другой улетел. Что же вы, жуки, о себе возомнили? Сколько вы девчонок уже соблазнили? Вот не понимают дурехи такие. Хоть золотой, все равно он жук. Много их вокруг золотых и блестящих. Только не найдешь мужиков настоящих. И за что любить их, мохнатых, жужжащих? Даже золотой, все равно он жук. А между тем подули северные холодные ветра, и наша бедная девочка настолько замерзла, что начала пританцовывать на каком-то бугорке. А это оказалась мышиная норка. Мышка вышла, пожалела дюймовочку, пригрела ее и накормила. Какой любви хотела ты, девчонка, чтоб с милым рай в болоте и в дупле. Но счастье — это звук червонцев звонкой в сухой, благоустроенной норе. Важней всего достаток в доме, все остальное — суета. Есть капитал, а все, что кроме, легко устроить. За спиной крота есть капитал, а все, что кроме, легко устроить за спиной крота. Он джентльмен, тебя он не обидит. Ну что тебе, мальчишки, проку в них? Пускай он красоты твоей не видит, но денежки считает за двоих важней всего. Хозяин в доме, все остальное — кутерьма. Уж был бы муж, а все, что кроме, легко за деньги купишь ты сама. Уж был бы муж, все, что кроме, легко за деньги купишь ты сама. Следующего дня себе ты старость обеспечишь и не обидишь, может быть, меня. Себе ты старость обеспечишь и не обидишь, может быть, меня. Наконец настал тот час,
когда я снова возле вас. Вообразить могу интимность, в слепом неведении томлюсь. Я вас не вижу, это минус. Могу потрогать, это плюс. Со мной он нежен, ну и что ж, на принца явно не похож. Какая там еще интимность? Я ошибиться вновь боюсь. Он старый, толстый, это минус. Но он богатый, это плюс. Ну что ж, я думаю, перед свадьбой неплохо бы устроить небольшой мальчишник. Пригласить к себе многоуважаемых кротов и рассказать им, как мне повезло. О! Итак, господа многоуважаемые кроты, прошу вас ко мне в гости, так сказать, на халяву. Достаточно гуманны и нежны. Манны, 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 мне люди, а карманы. А карманам, как известно, так сказать, денежки нужны. Ночь, ну что ж, ночь, итак, слушайте мою историю. Дело было так. В темном зале без огня, сбережения храня, просидел лет 20 или 30. Как так мыши заглянул, встретил девушку одну и решил, друзья, жениться. Ослепленный красотой, я провел по ней рукой, все во мне забилось и поднялось. Ах, какая женщина! Какая женщина! Мне досталась! Ах, какая женщина! Какая женщина! Мне досталась! Пол не чуя под собою, я летаю под землею. И во сне я с ней танцую. Я прикинул весь расход, где-то 200 зерен в год. Где еще найдешь такую? Я открою все замки, накормлю ее с руки. Только бы зерно не воровало. Ах, какая женщина! Ну какая женщина, ест так мало. Ах, какая женщина, ну какая женщина, ест так мало. Все условия создам, превращу пещеру в храм. Не уйдет от счастья от такого, лишь со мною будет жить. Никуда не убежит. Я уже цепочку приготовил. На семейный, на уют променяю жизнь свою и забуду молодость шальную. Ах, какая женщина, какая женщина, мне такую. Ах, какая женщина, ну какая женщина, ну мне такую, мне такую, какая женщина.
целую. Вот если бы мне, как мама, как жаль, уважаемые кроты, что вы наконец-то уходите. А для тебя, моя милая невеста, я приготовил подарок. Какие-то глупые романтические бредни. Ну ладно, сходи последний раз. Прощай, красное солнышко! Больше я тебя никогда не увижу! Thank you.
Куда вы летите? Международная группа спецназа по борьбе с терроризмом «Небесные ласточки». А летим в теплые края. От мух я услышал счастливую весть, что чудная дева в краях ваших есть. На ласточку прыг, сюда нежно скок. Дымовочка, едем со мной на восток. Там кишмиш, изюм и другая курага. Летим, не раздумывая, на другие берега. Очень страшно мне, ласточка. Очень страшно мне, ласточка. Очень страшно мне, ласточка. Очень страшно мне, ласточка. Да что там, Восток? Узкоглазый народ. Поедем со мною нас встретить Нью-Йорк. Мы в Штаты рванем, я тебя унесу. Одену там модно сплошную джинсу. Скидывай свои лепестки, так уже никто не носит. Что глаза-то выпучило? Летим! Сомневаюсь я, ласточка. Сомневаюсь я, ласточка. Сомневаюсь я, ласточка. Сомневаюсь я, ласточка. Уж если о моде, мой друг, говоришь, тогда самолет мы направим в Париж. Там луг и фонтаны, и свет фонарей. Тебя искупаю я в мыле Камей. На Елисейских полях погуляем, сходим в Мулен-Руж, дурка поваляем. Я подумаю, ласточка. Я подумаю, ласточка. Я подумаю, ласточка. Я подумаю, ласточка. Дались тебе дальние все города. Там смог катастрофы, ну просто беда. Ты руку скорее, мой друг, протяни, и я унесу тебя город любви, где чистые реки и трубы в полоску, где все и всегда соответствует ГОСТу. Унеси меня, ласточка, унеси меня, ласточка, унеси меня, ласточка, унеси меня, ласточка. Thank you.
мой чудный сон. Теперь он в жизни, об этой встрече так мечтала я. Ой, не сдержусь, и слезы брызну, и у меня такая же фигня. Моя мечта, моя принцесса, едва взглянув, уже влюбился я. В груди от страсти сердцу тесно, и у меня такая же фигня. Удалось. Апофеоз. Нет в любви плодов запретных, жизнь летит подобно ветру. Ты люби, других не слушай, это sexual revolution. Ты иди по жизни смело. Живет свободная любовь, любовь. Нет, любовь.
любви плодов запретных. Жизнь летит подобно ветру. Ты береги, других не слушай. Это sexual revolution. Ты иди по жизни смело.
Нет в любви плодов запретных, жизнь летит подобно ветру. Ты люби других, не слушай, это sexual revolution. А можем станцевать от всей души и для людей –